Как выбрать бальзам для роста волос, лучшие бренды и рецепты. Красота и блеск здоровых волос – одно из главных украшений женщины. Но для поддержания их в наилучшем состоянии нужен регулярный уход, поддержка и питание. Какие существуют средства для восстановления и роста, каковы критерии выбора, стоит ли ориентироваться на дорогие бренды, есть ли действенные народные рецепты, обо всем этом далее в статье. Апостроф закрывающая круглая скобка точка с запятой закрывающая фигурная скобка. Принцип работы: даже идеальные от природы волосы требуют соответствующего ухода и бережного отношения. Бальзам для волос является важным средством, которое исправляет все жесткие воздействия шампуня, обладает особым составом и действует следующим образом: лечит и восстанавливает, придает объем, снимает статическое электричество, придает волосам здоровый и красивый блеск, мягкость, шелковистую структуру, обеспечивает легкое расчесывание и укладку, это одна из обязательных функций таких средств. Защищает пряди от вредного внешнего воздействия, нейтрализует щелочную среду, которую создает при мытье шампунь. Бальзамами называют концентрированные ухаживающие косметические средства довольно густой структуры, которые эффективно восстанавливают волосы. Есть специальные виды для кожи головы, увлажняющие и питательные бальзамы. После мытья шампунем кутикула волосков раскрывается и целебные компоненты проникают внутрь структуры, приводя в порядок его кератиновые слои. Именно благодаря бальзаму пряди приобретают силу и блеск, необычайную ухоженность и красоту. В каких случаях применяется и используется это средство, когда необходимо глубокое восстановление волосяной структуры поврежденных покровов? Также есть продукты, помогающие, когда необходимо лечение корней и кожи головы. Виды косметические средства также делятся по видам: бальзамы, кондиционеры, помогают снять статику, защищают шевелюру от действия фена, утюжка, но не стоит злоупотреблять им, создавая защитную пленку, он может со временем утяжелять волосы. Ополаскиватели нормализуют pH-фактор, обеспечивают нейтрализацию щелочи после мытья на коже головы и на самих волосках. Такое средство закрепляет цвет при окрашивании, тонировании, имея в составе много полезных веществ, питает, заполняет пустоты, улучшая структуру, приглаживает поднявшуюся кутикулу. Оттеночные бальзамы ухаживают и изменяют цвет шевелюры, не окрашивая, а тонируя пряди. Неправильно подобранный бальзам может ухудшить их внешний вид. Применяются ухаживающие средства в зависимости от проблем волос, например, для жирных прядей выбирают легкие средства и спреи, не требующие смывания. Хорошо, если в составе будут экстракты масел авокадо, корицы, жажаба, выпадающие ослабленные секущиеся пряди можно восстановить, применяя бальзам-кондиционер. Для яркости окрашенной шевелюры нужно выбирать средство, в составе которого есть УФ-фильтры, отличные показатели. Имеют продукты собственного изготовления, рецепты приведены далее в статье. Апостроф закрывающая круглая скобка точка с запятой закрывающая фигурная скобка. Противопоказаний у большинства бальзамов, особенно натуральных, противопоказаний практически нет. Но могут быть реакции на конкретные компоненты. Например, если в составе есть мумиё, то противопоказано использовать такие продукты при слишком сухих волосах, при беременности, кровотечениях, опухолях, высоком давлении и так далее, поэтому перед применением нужно читать инструкцию на упаковке и плюс учитывать индивидуальную непереносимость каких-либо веществ. Обзор популярных брендов. Трихология рекомендует выбрать средства для мытья и ухода за шевелюрой не только одной фирмы, но и одной линии. Они подобраны максимально сбалансированно, направленно, решают одни проблемы, сочетаются по хим составу. Золотой шелк содержит экстракт перца чили, активизирует волосяные луковицы, ухаживает, кондиционирует, придает блеск. Применение: наносится на влажные пряди, через пару минут смывается водой. Объем 170 мл, цена 110-150 рублей. Расход для такого объема неэкономичный. Рекомендуем ознакомиться с серией активаторов роста волос «Золотой шелк» и уникальным макасаровым маслом у нас на сайте. Алерана. В составе средства алерана только натуральные компоненты, поэтому он может показаться не таким действенным, не придает суперпышность и идеальный блеск мгновенно. Но это полезное, щадящее средство, отлично действующее в долгосрочной перспективе, к волосам постепенно возвращается их настоящая природная красота. Содержит растительные экстракты, витамин В5-пенодицил.
Правило применения наносится на чистые подсушенные пряди, выдерживается несколько минут, затем смывается проточной водой. Расход средства средний. Стоимость продукта 350 рублей. Объем 200 мл. Дополнить эффективность бальзама помогут другие продукты из серии для роста волос Олерана. Банька Агафи – натуральный состав с травами, витаминами, диким перцем, облепихой придает блеск и мягкость, не утяжеляет волосы. Применение – нанести на влажные прядки, через 3-5 минут смыть теплой водой. Цена – 45-50 рублей, объем 100 мл. Рекомендуем ознакомиться со всей линейкой средств «Бабушка Агафья» для роста волос. Ревивор Перфект в составе гуарана, жгучий перец, улучшающий кровообращение в коже головы, рускус экстизин, повышающий активность фолликул. Стимулирует рост волосков. Для нормальной шевелюры – лучший вариант. Применение – нанести на подсохшую шевелюру, через несколько минут тщательно промыть водой. Цена – около 200 рублей, объем – 400 мл. Отлично дополнит действие бальзама шампунь Ревивор для роста волос. Кэра Нова обеспечивает интенсивный уход за волосами. В составе всей серии кератин, ромашковый экстракт, серая глина, аэр. Нормализует pH-баланс, укрепляет луковицы, ухаживает за структурой волосков. Применение наносится на чистые пряди, слегка массируется кожа головы, через 2-3 минуты смывается водой. Объем 450 мл, цена около 150-200 рублей. Малавит Биоактив – натуральное средство с имбирем, делает волосы эластичными, с живым блеском, стимулирует активность волосяных луковиц. Применение – наносится на чистые волосы и кожу головы, держать 10-20 минут, смыть проточной водой. Объем – 250 мл, цена – 130 рублей. Узкое горлышко, экономичность невысокая, расходуется довольно много. Домашняя косметика пивной в составе антистатик, активный экстракт абрикоса, волосы после применения становятся шелковистые, легко расчесываются. Применение наносится на влажные пряди, через пару минут смывается. Расход средней консистенции не густого меда. Объем 620 мл, стоимость около 53-60 рублей. Комплимент стимуляции роста волос, укрепление луковиц, придание блеска прядям. Применение наносится на влажные волосы, через несколько минут смывается проточной водой. Расходуется не быстро, так как имеет довольно жидкую консистенцию. Объем 500 мл, цена около 50-60 рублей. Рецепты бабушки Агафьи – популярный продукт для расслабленных волос, сухости и склонности к выпадению. Для всех типов шевелюры. В составе натуральные компоненты, мумиё, экстракты можжевельника, золотого корня, витамины 5 и пантенол, 17 сибирских трав, талая вода. Объем 35 мл, стоимость в среднем 95-100 р. Рецепты домашнего бальзама, бальзам для роста волос в домашних условиях, отличное средство, без химии и консервантов для тех, кто любит натуральные средства. Желточный бальзам с коньяком против выпадения. Перемешать пару ложек коньяка с ложкой касторового масла, желтком и чайной ложкой шампуня. Эту смесь втирают в корни и распределяют по прядям. Держать 7-10 минут. Лимонный с простоквашей для жирной шевелюры. Смешать 4 ложки простокваши, кефира, пару чайных ложки сока лимона, нанести и выдержать 7-10 минут. Питательный фруктовый для нормальных волос, измельчаем полспелого яблока, полбанана, смешиваем с 2 ложками апельсинового сока. Все еще раз перемешиваем, наносим на пряди на 5-6 минут. Промываем водой. Эффект от использования эффект зависит от вида бальзама и его предназначения, но базовое его качество – это придание волосам мягкости, блеска и снятие статического электричества. Блеск достигается с помощью приглаживания чешуек на волосках, они лучше отражают свет и, высыхая, придают здоровое сияние прядям. Плюсы и минусы. Плюсы: после них волосы имеют ухоженный вид, легко расчесываются, увлажняют и питают волосы, некоторые защищают от солнечных лучей и пересушивания при уходе, удобны в использовании, в домашних средствах полностью натуральный состав. К минусам можно отнести, в составе магазинных бальзамов может быть некоторое количество лишних химических компонентов, цена многих продуктов сравнительно высока, домашние бальзамы требуют время на приготовление, долго не хранятся, не так легко наносятся, как покупные бальзамы, средства по уходу за волосистой частью головы, они оказывают скорее косметическое, ухаживающее действие, хотя и обладают
выраженным визуальным эффектом. Есть результат также в питании и сокращении выпадения волосков, однако добиться существенного роста, применяя только бальзамы, вряд ли удастся. Здесь нужен комплексный подход, принимать комплексы витаминов, чтобы питать луковицы изнутри, подобрать подходящий шампунь и бальзам. Не пережигать волосы утюжками, не пересушивать феном, ухаживать за кожей головы, не допуская перхоти, хорошо и часто расчесывать шевелюру, вести здоровый образ жизни. Хотите длинные волосы, но не знаете, с чего начать? Ответы на многие вопросы вы найдете в следующих статьях: причины плохого роста волос, методы их решения, корректируем питание, продукты. Для улучшения роста волос, какие гормоны отвечают за рост волос, натуральные масла для роста волос, какие бывают стимуляторы роста волос, народные средства для улучшения роста волос, расчесывание волос для их роста, какую расческу лучше выбирать. Бальзамы для роста волос. Лучший бальзам для волос. Принцип работы. Даже идеальные от природы волосы требуют соответствующего ухода и бережного отношения. Бальзам для волос является важным средством, которое исправляет все жесткие воздействия шампуня, обладает особым составом и действует следующим образом: лечит и восстанавливает, придает объем, снимает статическое электричество, придает волосам здоровый и красивый блеск, мягкость, шелковистую структуру, обеспечивает легкое расчесывание и укладку, это одна из обязательных функций таких средств. Защищает пряди от вредного внешнего воздействия, нейтрализует щелочную среду, которую создает при мытье шампунь. Бальзамами называют концентрированные ухаживающие косметические средства довольно густой структуры, которые эффективно восстанавливают волосы. Есть специальные виды для кожи головы, увлажняющие и питательные бальзамы. После мытья шампунем кутикула волосков раскрывается и целебные компоненты проникают внутрь структуры, приводя в порядок его кератиновые слои. Именно благодаря бальзаму пряди приобретают силу и блеск, необычайную ухоженность и красоту. В каких случаях применяется и используется это средство, когда необходимо глубокое восстановление волосяной структуры поврежденных покровов? Также есть продукты, помогающие, когда необходимо лечение корней и кожи головы. Виды косметические средства также делятся по видам: бальзамы, кондиционеры помогают снять статику, защищая шевелюру от действия фена, утюжка, но не стоит злоупотреблять им, создавая защитную пленку, он может со временем отяжелять волосы. Ополаскиватели нормализуют pH-фактор, обеспечивают нейтрализацию щелочи после мытья на коже головы и на самих волосках. Такое средство закрепляет цвет при окрашивании, тонировании, имея в составе много полезных веществ, питает, заполняет пустоты, улучшая структуру, приглаживает поднявшуюся кутикулу. Оттеночные бальзамы ухаживают и изменяют цвет шевелюры, не окрашивая, а тонируя пряди. Неправильно подобранный бальзам может ухудшить их внешний вид. Применяются ухаживающие средства в зависимости от проблем волос, например, для жирных прядей выбирают легкие средства и спреи, не требующие смывания. Хорошо, если в составе будут экстракты масел авокадо, карити, жажоба, выпадающие ослабленные секущиеся пряди можно восстановить, применяя бальзам-кондиционер. Для яркости окрашенной шевелюры нужно выбирать средство, в составе которого есть УФ-фильтры, отличные показатели. Имеют продукты собственного изготовления, рецепты приведены далее в статье. Обзор популярных брендов. Трихологи рекомендуют выбрать средства для мытья и ухода за шевелюрой не только одной фирмы, но и одной линии. Они подобраны максимально сбалансированно, направленно, решают одни проблемы, сочетаются по хим составу. Золотой шелк содержит экстракт перца чили, активизирует волосяные луковицы, ухаживает, кондиционирует, придает блеск. Применение: наносится на влажные пряди, через пару минут смывается водой. Объем 170 мл, цена 110-150 рублей. Расход для такого объема неэкономичный. Рекомендуем ознакомиться с серией активаторов роста волос золотой шелк и уникальным макасаровым маслом у нас на сайте. Алерана. В составе средства алерана только натуральные компоненты, поэтому он может показаться не таким действенным, не придает суперпышность и идеальный блеск мгновенно. Но это полезное, щадящее средство, отлично действующее в долгосрочной перспективе, к волосам постепенно возвращается их настоящая природная красота. Содержит растительные экстракты, витамин В5, пенодицил. Правило применения: наносится на чистые подсушенные пряди, выдерживается несколько минут, затем смывается проточной водой.
Расход средства средний. Стоимость продукта 350 рублей. Объем 200 мл. Дополнить эффективность бальзама помогут другие продукты из серии для роста волос Олерана. Банька Агафи – натуральный состав с травами, витаминами, диким перцем, облепихой придает блеск и мягкость, не утяжеляет волосы. Применение – нанести на влажные прядки, через 3-5 минут смыть теплой водой. Цена – 45-50 рублей, объем 100 мл. Рекомендуем ознакомиться со всей линейкой средств «Бабушка Агафья» для роста волос. Ревивор Перфект в составе гуарана, жгучий перец, улучшающий кровообращение в коже головы, рускус экстизин, повышающий активность фолликул. Стимулирует рост волосков. Для нормальной шевелюры – лучший вариант. Применение – нанести на подсохшую шевелюру, через несколько минут тщательно промыть водой. Цена – около 200 рублей, объем – 400 мл. Отлично дополнит действие бальзама шампунь Ревивор для роста волос. Кэра Нова обесцвечивает интенсивный уход за волосами. В составе всей серии кератин, ромашковый экстракт, серая глина, аэр. Нормализует pH-баланс, укрепляет луковицы, ухаживает за структурой волосков. Применение наносится на чистые пряди, слегка массируется кожа головы, через 2-3 минуты смывается водой. Объем 450 мл, цена около 150-200 рублей. Малавит Биоактив – натуральное средство с имбирем, делает волосы эластичными, с живым блеском, стимулирует активность волосяных луковиц. Применение – наносится на чистые волосы и кожу головы, держать 10-20 минут, смыть проточной водой. Объем – 250 мл, цена – 130 рублей. Узкое горлышко, экономичность невысокая, расходуется довольно много. Домашняя косметика пивной в составе антистатик, активный экстракт абрикоса, волосы после применения становятся шелковистые, легко расчесываются. Применение наносится на влажные пряди, через пару минут смывается. Расход средней консистенции не густого меда. Объем 620 мл, стоимость около 53-60 рублей. Комплимент стимуляции роста волос, укрепление луковиц, придание блеска прядям. Применение наносится на влажные волосы, через несколько минут смывается проточной водой. Расходуется не быстро, так как имеет довольно жидкую консистенцию. Объем 500 мл, цена около 50-60 рублей. Рецепты бабушки Агафьи – популярный продукт для расслабленных волос, сухости и склонности к выпадению. Для всех типов шевелюры. В составе натуральные компоненты, мумиё, экстракты можжевельника, золотого корня, витамины 5 и пантенол, 17 сибирских трав, талая вода. Объем 35 мл, стоимость в среднем 95-100 р. Рецепты домашнего бальзама. Бальзам для роста волос в домашних условиях – отличное средство, без химии и консервантов для тех, кто любит натуральные средства. Желточный бальзам с коньяком против выпадения. Перемешать пару ложек коньяка с ложкой касторового масла, желтком и чайной ложкой шампуня. Эту смесь втирают в корни и распределяют по прядям. Держать 7-10 минут. Лимонный с простоквашей для жирной шевелюры. Смешать 4 ложки простокваши, кефира, пару чайных ложки сока лимона, нанести и выдержать 7-10 минут. Питательный фруктовый для нормальных волос. Измельчаем полспелого яблока, полбанана, смешиваем с 2 ложками апельсинового сока. Все еще раз перемешиваем, наносим на пряди на 5-6 минут. Промываем водой. Эффект от использования. Эффект зависит от вида бальзама и его предназначения, но базовое его качество – это придание волосам мягкости, блеска и снятие статического электричества. Блеск достигается с помощью приглаживания чешуек на волосках, они лучше отражают свет и, высыхая, придают здоровое сияние прядям. Плюсы и минусы. Плюсы: после них волосы имеют ухоженный вид, легко расчесываются, увлажняют и питают волосы, некоторые защищают от солнечных лучей. И пересушивание при уходе, удобно в использовании, в домашних средствах полностью натуральный состав. К минусам можно отнести, в составе магазинных бальзамов может быть некоторое количество лишних химических компонентов, цена многих продуктов сравнительно высока, домашние бальзамы требуют время на приготовление, долго не хранятся, не так легко наносятся, как покупные. Бальзамы – средства по уходу за волосистой частью головы, они оказывают скорее косметическое, ухаживающее действие, хотя и обладают выраженным визуальным эффектом. Есть результат также в питании и сокращении выпадения волосков, однако добиться существенного роста, применяя только бальзамы, вряд ли удастся.
Здесь нужен комплексный подход, принимать комплексы витаминов, чтобы питать луковицы изнутри, подобрать подходящий шампунь и бальзам. Не пережигать волосы утюжками, не пересушивать феном, ухаживать за кожей головы, не допуская перхоти, хорошо и часто расчесывать шевелюру, вести здоровый образ жизни. Хотите длинные волосы, но не знаете, с чего начать? Ответы на многие вопросы вы найдете в следующих статьях: причины плохого роста волос, методы их решения, корректируем питание, продукты. Для улучшения роста волос, какие гормоны отвечают за рост волос, натуральные масла для роста волос, какие бывают стимуляторы роста волос, народные средства для улучшения роста волос, расчесывание волос для их роста, какую расческу лучше выбирать. Полезные видеобальзамы для роста волос. Лучший бальзам для волос.